Дерматит. Дерматоз. Лишай. Микоз. Есть решение. Трикутан – противомикробный препарат. Вот что говорят о препарате покупатели. Много лет мучаюсь с белыми корками на волосистой части головы. Эти корки вызывают зуд и становятся причиной неприятного белого налета на плечах, похожего на перхоть. После нескольких лет мучений я посетила врача-дерматолога, который прописал крем Трикутан. К моему удивлению, корки стали проходить очень быстро. Буквально через 2-3 нанесения прекращается зуд, и на проблемном месте рана пропадает. Хорошая и недорогая мазь, сейчас такое редко встретишь. С ее помощью за 2 недели избавился от грибка на пальцах ног. Мазал 2 раза в сутки. Долго лечила сына стриптодермию различными препаратами, и результат нулевой. А с помощью этой мази вылечила за 2 дня. Препарат выпускается в виде крема. Показания. Осложненный дерматит с микроорганизмами, в отношении которых активен препарат. Дерматозы чувствительны к терапии ГКС, инфекционные и бактериальные кожные поражения, хронические и острые. Грибковые изменения кожи, такие как отрубевидный лишай, микоз. Трикутан нельзя применять больным с кожными проявлениями сифилиса, при псориазе, туберкулезе кожи, с угревой болезнью, ветряной оспой, периоральным дерматитом, варикозным расширением вен. Также не применяется во время беременности и лактации. Маленьким детям препарат также не назначают в связи с недостаточной базой данных о его использовании в педиатрии. Цена на Трикутан в интернете, как правило, ниже, чем в аптеках. Ссылку для заказа препарата я оставлю в описании. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.